Я прям жду, не дождусь вечера. Да, говорят, Мальвина будет выступать с новым хитом. Ага. Я, пожалуй, в честь такого события съел две. Нет, три порции мороженого. Куда? Сюда нельзя садиться. Это еще почему? Вчера мое скромное кафе посетила сама Мальвина. Она сидела вот на этом самом стуле. Я угощал ее своим лучшим мороженым, а она дала мне автограф. Ах, какая честь, какая честь! Так что, патруль, пересаживайтесь давайте. Это место теперь только для почетных гостей. Подумаешь. Что? У Мальвины пропал голос? Как такое могло случиться? Объелась вчера слишком холодным мороженым в кафе и теперь не может петь? Что? Моим мороженым? О, нет! Ничего, сейчас мы тебя быстро вылечим. Чудесная ромашка, лунный шалфей и немного цветов медовой липы. Вот и весь секрет. Пей! Ура! Голос вернулся! Я смогу выступать! Девочки, спасибо! Вы просто волшебницы! Я счастлива! Все мечтают, мечтают узнать счастье секрет. А быть может, секрета никакого и нет. Можно в каждом моменте радость нам находить. И тогда будем счастливы жить. Дорогим друзьям за помощь и добрые улыбки. Мальвина! Мальвина! Приходите вечером в кафе! Для вас все бесплатно! А мороженое я подогрею. Как же я ее обожаю! Так, Варя, это тебе. Маша, вот тебе. Снежка. Снежка, переверни. Ты же текст вверх ногами держишь. Ой, извини, Аленочка. Фух, все готовы? Чувствую, это будет просто хит. Ой, ладно, Аленка, давай уже начинать твой хит. И ударные. Пошли! Снежка, это что вообще такое? Эй, вы! Можно потише? Мы тут вообще-то репетируем! Что? Это мы репетируем, принцессуля! А вы нам мешаете своим кряканьем! Что ты сказала? Кряканьем? Рок давно не в моде, иди позагорай ты, бледная вся вроде. Послушай мой совет уж, я-то точно знаю. Сегодня рулит рэп, сейчас я зачитаю. Не надо глупых слов, майстром перебор. Расскажет, что к чему, рэп это просто вздор. Нелепых слов набор. На вкус и цвет, как говорится.
По-моему, очень даже неплохо получилось. Ха, а то рок — это сила. Что? Да при чем тут рок? Я вообще-то про свой рэп. Девочки, не хочу вам мешать спорить, но если профессор Гривозуб увидит дыру в стене, даже боюсь представить, что он скажет. Почему надо именно в 6 утра на тренировку идти? В такую рань вставать? Аленка, ну ты же знаешь, позже стадион занят будет, а нам надо потренироваться. Ага, ну так спать хочется. Еще Василиса Васильевна с этим заданием. Напишите доклад на тему «Маг, которым я восхищаюсь». Мало нам Кривозуба. Думай теперь. А я, может, никем не восхищаюсь. Я просто поспать люблю. И еще флайбол? Вот это да! Вот это удар! Это кто вообще? Не знаю, но играет он просто потрясающе! Василиса Васильевна? Это вы? Девочки, доброе утро. Пришли потренироваться? Молодцы. Я вот тоже сегодня решила вспомнить молодость. Ах, мне уже немало лет, да что уж там столетий. Считают все, что я строга, и уважают дети. Со стуком входят в кабинет ко мне профессора. А я в душе так молода. Вася, Вася, Василиса, хей-хей-хей, называли все меня, непоседа, заводила, столько жизни и огня. Ах, награды, титулы, почет, конечно, это лестно, но только все это уже совсем не интересно. Я ректор, высший маг, и что ж, не деться никуда, но ведь в душе... Я также молода. Хей-хей-хей, Вася, Вася, Василиса. Хей-хей-хей, называли все меня. Непоседа, заводила, столько жизни и огня. Хей-хей-хей, хей-хей-хей, подвиги и приключения. Хей-хей-хей, путешествия, мечты. Ладно, девочки, мне пора. Дела ждут. Хорошей вам тренировки и не забудьте про доклад. Девчонки! Я, кажется, знаю, про кого я буду писать. Маг, которым я восхищаюсь, это же Василиса. Ну, вы видели? Спин с переворотом! Отскок! И сразу в десятку! Да так даже я не смогла бы! Ну, Аленка, если бы даже ты так не смогла, то да. Ладно, давайте тренироваться. Вот она, какая наша Василиса. Крутая. Девчонки, подождите меня! Смотри, смотри! Танцуют! Ага! Празднуют чего-то! А я вот тоже очень праздники люблю! На праздниках весело! Угощения всякие! Эх! Да, я тоже! Только вот нас никто не приглашает! Эх! Интересно, почему так? Да потому что вы вредины! Ды-ды-ды-ды-ды! Говорят, мы вредные. Вредные? Кто вредные? И от злости бледные. Бледные? Кто
чушь, это здор. Слова эти обидные, а мы девчонки неплохие. Мы добрые, веселые, ага. И вовсе мы не злые. Не злые, мы не злые. А то, что нос мы задираем. Задираем, ага. Так это шутим, так играем. Ага, играем, ага. Мы девчонки неплохие. Мы девчонки неплохие. Мы девчонки неплохие. Неплохие, ага. Считают нас цыбуками, заносчивыми, злюками. И не зовут нас никуда. А это просто амплуа. Нас называют врединой, задиры, привередины. Но ведь душе-то мы хорошие, добрые, красивые. Да и вообще пригожие, ага. А мы девчонки неплохие. Мы добрые, веселые, ага. И вовсе мы не злые. Не злые, мы не злые. А то, что нос мы задираем. Задираем, ага. Так это шутим. Девчонки неплохие, ага. Мы добрые, веселые, ага. И вовсе мы не злые. Не злые, мы не злые. А то, что нос мы задираем, ага. Задираем, ага. Так это шутим, так играем. Мы играем. Мы девчонки неплохие, ага. Мы девчонки неплохие. Мы девчонки неплохие. Неплохие, ага. Ага. Эй, девчонки! Вы что тут сидите? Идите к нам! У нас так весело! Ю-ху! А пирожные у вас есть? А то! И эклеры, и корзиночки, и вафельные трубочки с кремом! Вафельные трубочки оставьте мне. Вы слышали? Трубочки с кремом! Любовь, может, тоже зайдем, а? Ладно, зайдем, но на одну минутку. Эй, подождите! Оставьте мне эклерчик! Молодцы, продолжаем упражнение. 3-4, фух. А теперь мы, феи красоты и грации, встаем в планку. Держусь, держусь. Аленочка, а ты чего это на полу лежишь? Я это, не лежу, я спортом занимаюсь. А почему в зимнем костюме? Чтобы быстрее похудеть. Да? А я вот тебе пирожные принесла. Шоколадные? Ага, шоколадные, с малиновым топпингом. С малиновым? Как же их люблю! Как же я люблю конфеты. Съесть могу 100 штук подряд. И меренги, и рулеты. И, конечно, шоколад. Тортики, мороженое, разные пирожные. И печенье, и зефир. Тортики, мороженое, разные пирожные. И печенье, и зефир. Это сладкий-сладкий мир. И печенье, и зефир. Я не буду есть.
Только сладкоежки на обед едят орешки со сгущенкой трубочки и, конечно, булочки. Сладко-сладко-сладкоежки целый день сидят в кафешке и не просто так сидят, а едят, едят, едят. А теперь скакалка! Это замечательное упражнение эффективно сжигает калории. Калории? А, так, где скакалка? Раз, два, три, четыре. Снежку уберите, эклеры. Я их не буду. Какая ты молодец, Аленочка. Я бы так не смогла. Значит, корзиночку с кремом ты тоже не будешь? Буду. А эклер шоколадный еще остался? Да? Давай сюда. Ничего, потом худеть начну. Завтра, ну или в понедельник. Да и вообще я и так красивая. Как же вкусно.